Опачки! Артем Голубев, полузащитник молодежной сборной России футбольного клуба УФА. Здрасте, здрасте. Привет, что ты тут делаешь? Я шел на фотосессию, ну, случайно встретил вас. А где мы вообще находимся? Что это за место? Я думаю, многим спортсменам это известно. Это Новогорск, база спортивная. А что ты делаешь вообще здесь? Сейчас? Сейчас мы на сборах, готовимся к очередным матчам, к отбору. Часто здесь бываешь? Ну, как тренер вызовет, так и чаще. Надеюсь, чаще буду еще. А какое у тебя любимое воспоминание о Новогорске? Ну, то, что всегда здесь много спортсменов профессиональных, и то, что здесь пахнет прям чемпионством. А какие-то праздники, может, у тебя приходились на какие-то сборы? Расскажи. Да, у меня вечно день рождения в январе, и вечно он выпадает на сборы. Здорово. А скажи, у тебя было вообще какое-то вот самое смешное или, может, даже нелепое прозвище, которое тебе давали? Голубь. Ну, я думаю, там все ясно. Голубев, голубь. А какая у тебя вообще была первая работа? Или футбол и есть основная работа? Футбол всегда и всю жизнь. А какое у тебя главное футбольное качество, на которое просто вот мы должны прям смотреть и восхищаться им? Ну, я думаю, это страсть. Всегда хочется выиграть. А что тебя больше всего пугает? Травмы. А больше всего злит? Поражение. А смешит? Когда тренер начинает подкалывать. А прям можешь вот сказать нам на камеру свое любимое ругательное слово? Не-не-не, нельзя. Твой девиз. Верю в себя, не верю в судьбу. Это мы видели в Инстаграме. А куда ты больше всего любишь ходить вот в Уфе, чтобы тебя прям узнавали? Любимое место в Уфе – это стадион «Нефтяник». И как всех приглашаю. Салават Юлаева. Тоже супер, но стадион «Нефтяник» более значимое для меня. А есть какой-то вот в жизни твой персонаж, который тебе рассказывает? Ты его после этого полюбил, там папа или тренер? Отец у меня всегда играл в футбол, и сразу, как родился, сразу на футбол. А что вот он сказал такого, что ты прям вот загорелся? Маленьким был, а пеленальный стол всегда ногой бил, папа сразу сказал: футбол. А ты с утра вот что предпочитаешь вообще, кашу или омлет? Я люблю и то, и другое, но я предпочитаю больше омлет. Омлет или глазунья? А там как получится, я же сам готовлю. Тогда сколько яиц используешь? 2-3, ну может 4, если голоден. Прикольно. А без чего ты не можешь обойтись на игре? Без поддержки. Кто тебя поддерживает? Команда, семья, родные, все близкие мои. А самое ужасное, что ты сделал для футбола? Я надеюсь, я еще такого не делал. Ну расскажи, какое худшее футбольное правило? Затрудняюсь. Не знаешь. Какой у тебя любимый футбольный ритуал перед играми? Ну, может быть, не любимый, но важный для тебя. Ну, шагнуть на поле с правой ноги. Обязательно с правой. А есть для тебя вот какое-то различие, там, сборная или клуб? Нет. Никаких различий нет, что за клуб, что за сборную, надо биться до конца. Тём, смотри. А? В институте скинуть? Блин, по-моему, кайф. Да, отметь Уфу. И тебя. И Team Russia. Да, вот, я уже в молодежку всё, выложу. Всё, супер, да. Так, и еще сейчас будет один фильтр новый. Ага. Сейчас я покажу тебе. Называется Squidward. Да, ну почему именно Squidward? Я похож на него. Спасибо. А, нет, это какая-то маска другая. Нормально? Сейчас только это в Инстаграм не выкладывай. Вот. Красавчик? Поплыл. Красавчик? Да, ну как всегда. Все. Нормально. Ага, ясно. Расскажи про свое тотемное животное. А, объяснить, что такое тотемное? Тотем – это тот, кто охраняет там тебя и удачу какую-то приносит. Голубь. Птица мира. Расскажи секрет твоей игры. Секретов нет. Всегда все говорили, надо играть просто.
Тогда просто подтверди, что твое любимое блюдо – это чак-чак и лоч-почмак. Все вы знаете, конечно. Ну, да, можно сказать, что это мои любимые блюда. Но готовить я их не умею, честно. А секретное хобби? Это, я думаю, фитнес. Скучаешь по Краснодару? Конечно, скучаю, я там вырос. Не хватает в Уфе этого тепла? Ну, уже птичка выросла, как бы. Надо взрослеть. А расскажи про самую дорогую вещь, на которую ты вообще вот выбрасывал деньги. Ну, я всегда стараюсь не выбрасывать. Поэтому... Какая же наверняка вещь есть, ну наверняка. Может, какие-то кроссовочки, нет? Мне еще не столько платят, чтобы можно было выбрасывать деньги. А что ты носишь дома, когда на тебя никто не смотрит? А это секрет. Так у нас нет секретов, рассказывай, колись. Да ладно, в шортиках хожу, коротких, и в маечке. Самый памятный твой момент в футболе есть? Вот на сегодняшний день. Я думаю, это когда вышел впервые в премьер-лиге. С кем тебе нравится конкурировать? Мне нравится конкурировать с самыми сильнейшими игроками. И кто это? Артем Дзюба. Скажи, вот сейчас такой модный ВАР, все его обсуждают. Вот лично тебе он хоть раз помог? Ну да, нам с Уфой иногда помогал, а иногда был и против нас. Самый остроумный партнер в сборной твой, молодежный? Да все ребята с юмором. Это приятно, когда все умеют шутить. Ты понимаешь башкирский язык? Азык Тулек, дары Ухана. А дальше сами думайте, что это. А кто твой самый безумный партнер по команде? Самый безумный? Да, их много, я не знаю, тяжело перечислить даже. Ну, хоть одного назови. Не знаю, Сергей Бородин, который недавно как раз и пополнил ряды Уфы. А скажи честно, ты вот лечишься медом? Вот главный тренер у вас так мед любит, говорит, mm-hmm. что употребляет всюду и везде. Я думаю, Вадим Валентинович никогда не будет говорить какие-то глупости, поэтому это нормально. Ну ты сам употребляешь? Употребляю, но в маленьких количествах. Скажи, талант Месси или работоспособность Криша? Что бы ты выбрал? И то, и другое. Ишь ты, ты хитрый. Но больше, конечно, работоспособность. Ну, хотя два игрока – это просто топ. А кто у тебя вот близкий или лучший друг в молодежной сборной? Жаль, его не всегда вызывают. Кто это? Слава Горулев. А что ты знаешь о нем такого, что не знает больше никто? Что он камень. У тебя есть племянники? Да. Ну и как ты ощущаешь себя дядей? Каково это вообще? Да честно, если честно, сам ребенок еще. Мы тут посмотрели подборочку у тебя в Инстаграме и хотели, чтобы ты рассказал про одно фото. Интересно. Вот про это. О. Где и когда оно сделано? Ну-ка расскажи-ка нам. А почему именно это фото? А здесь вопросы мы задаем. А, извините. Это сделано в Краснодаре, на самоизоляции дома. Девушка фотографировала. То есть просто чил, да? Такой, да, домашний чил. За окном серость, дома тепло. Что ты сейчас будешь делать, когда закончится наше интервью? Пойду на фотосессию. Ну погнали, мы тебя проводим. Пойдемте. А куда идти, вы знаете?